24 новости экономики. Вначале о том, что Вымпелком приобретает египетскую Винт-Телеком. Наблюдательный совет российского оператора сотовой связи одобрил это слияние. Правда, сделка на 6 миллиардов долларов проходит без одобрения норвежских акционеров Теленор. Объединенная компания станет шестой в мире по величине в сфере коммуникации. Вымпелком получит больше половины акций египетского оператора Роском и 100% итальянской Винт-Телекоммуникационе. Ну а египетский бизнесмен Нагиб Савирис получит 30% российского холдинга и 1,5 миллиарда долларов. Правда, не получит ни одного места в наблюдательном совете. Из 9 директоров Вымпелкома трое против сделки. Они представляют интересы Теленор, треть этой норвежской компании в собственности Вымпелкома. Я напомню, что в 2005 году она пыталась оспорить покупку украинской УРСИ и чуть не лишилась своего пакета из-за другого инвестора, российской Алтима. Спор этот длится уже 5 лет. Нынешнее противоречие может стать очередным затяжным конфликтом акционеров. Теперь к валютным рынкам. В России на ММВБ евро опять стоит дешевле 40 рублей. По итогам торгов он потерял 21 копейку. Цена последней сделки по евро 39,91. Доллар отыграл у рубля 3 копейки и стоил на закрытии 32. Роснефть и British Petroleum будут работать вместе. Нефтяные компании объявили о создании глобального стратегического альянса. Стороны проведут обмен акциями на миллиарды долларов, а еще миллиарды будут вложены в разработку месторождений на российском арктическом шельфе. Правительство России обещает консорциуму господдержку. Ну а американцы и британцы грозят проверить сделку на прочность. Тему продолжит Сергей Батищев. Роснефть и BP выйдут в море в одной лодке. Российская и британская нефтяные компании подписали соглашение о создании совместного предприятия по освоению арктического шельфа. В СП у British Petroleum будет треть пакета. Остальное останется у Роснефти. Сотрудничество предполагает добычу нефти и газа на трех участках в южной части Карского моря. Суммарные запасы 50 миллионов тонн нефти и 2 триллиона кубометров газа. Прогнозные ресурсы в 5 раз больше, но на уточнение этих запасов, по оценкам экспертов, понадобится от 5 до 7 лет. Такая работа потребует, конечно, много миллиардных инвестиций, десятков миллиардов долларов. Правительство Российской Федерации эту совместную работу поддержит. Мы намерены создать самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении этих проектов. А вот власти других связанных со сделкой стран отнеслись к планам BP более чем настороженно. Член Комитета по энергетике и торговле Конгресса США Майкл Бёрджес обеспокоился защитой национальных интересов. BP – крупный игрок на американском энергетическом рынке. Обеспокоены сделкой и экологи из Greenpeace. Поддержали международную организацию британские и американские парламентарии. Поскольку BP является крупным нефтедобывающим предприятием в Соединенных Штатах, это неудивительно, что они обратили внимание на сделку. Но мне кажется, что при изучении сделки они придут к выводу, что нет такого рода конфликта интересов. В конце концов, речь идет о повышении безопасности энергоснабжения, и это в интересах США. Несмотря на это, бумаги обеих компаний активно торгуются на биржах. Сразу после подписания соглашения депозитарные расписки BP в пятницу подскочили в цене на 4%. Котировки акций Роснефти сегодня также значительно подросли. К слову, соглашение предполагает, что и сами компании обменяются акциями друг друга. 5% акций British Petroleum на 9,5% акций Роснефти. Стоимость пакетов равнозначна – порядка 8 миллиардов долларов США. Причем Роснефть получила пакет BP с солидным дисконтом. Если брать прошлый год до аварии, то акции BP стоили примерно 20% дороже. Кроме того, BP всегда отличалась щедростью к своим акционерам. В частности, в последние годы процент чистой прибыли, направляемый на дивиденды, по BP составлял примерно 50-60%. И, соответственно, если эта практика возобновится после того, как будут решены компенсационные выплаты по аварии, то Роснефть ежегодно может рассчитывать до 500 миллионов долларов получать в виде дивидендов от BP. Помимо денег, Роснефть получает доступ к перерабатывающим мощностям за рубежом, а значит и возможность выхода на новые рынки сбыта. А British Petroleum практически полностью покрывает арктическими ресурсами месторождения, оставленные компанией в Мексиканском заливе. Сергей Батищев, Вести.
Российский рынок акций начал эту неделю хорошим ростом. Ведущие индексы прибавили больше 1,5% и достигли максимальных отметок с лета 2008-го. Индекс РТС преодолел уровень в 1900 пунктов. Итоговое значение по индексу ММВБ – 1771 пункт. Глупые фишки в основном подорожали, и безусловный лидер сегодняшних торгов, конечно, Роснефть. На новостях о сделке с British Petroleum акции компании прибавили около 5,5%. Ну а события в Тунисе привели к падению фондовых индексов региона. Серьезно пострадали биржевые показатели Египта и Марокко. Конечно же, упал и главный виновник индекс Туниса. Он предпринял робкую попытку коррекции вверх, да и то лишь в самом конце торговой сессии. Об экономической ситуации в неспокойном регионе в материале Федора Баркова. Беспорядки в Тунисе, которые уже привели к падению правительства, вывели экономические проблемы североафриканских стран на первый план. Крупнейший из них – высокий уровень безработицы. Последние 20 лет количество рабочей силы росло на 3% ежегодно, но спрос на нее увеличился незначительно, благодаря росту производительности труда. В результате средний уровень безработицы в Тунисе и других странах региона стабильно находится выше 12%. Молодежи особенно сложно найти свое место на рынке труда. Среди тех, кому меньше 25 лет, безработица превышает 40%. Государственный сектор играет в этих странах слишком большую роль. Например, около 43% рабочих мест в Тунисе создаются правительством. Зарплаты там на треть выше, чем в частных компаниях. Высокий уровень коррупции в стране затрудняет появление новых компаний и, следовательно, рост экономики. Миллионы молодых людей чувствуют себя за бортом общественной и экономической жизни. Вторая проблема – инфляция. Средние темпы роста цен в Тунисе составляют около 4% в год, но стоимость еды и бензина увеличивается гораздо быстрее. Правительство Туниса несколько лет назад отказалось от субсидирования цен на товары первой необходимости. Начавшийся экономический кризис привел к скачкам стоимости продовольствия и топлива, что дестабилизировало общественную ситуацию. По пути Туниса уже пошли Иордан, Йемен, Марокко и Алжир. На выходных там проходили демонстрации против роста цен. Сейчас стоимость еды вновь приблизилась к максимуму 2008 года. Тогда продовольственные бунты прокатились по 30 странам по всему миру. Федор Барков, Вести. Европейские индексы весь день снижались, однако под конец основной сессии германский DAX все-таки вышел в символический плюс. Один из негативных факторов в том, что агентство Fitch понизило рейтинг Греции сразу на 2 ступени. Кроме того, в Америке сегодня празднуют день Мартина Лютера Кинга, биржи закрыты, ориентироваться европейцам было не на кого, и они фиксировали прибыль. Ну а теперь новость, которая завтра наверняка обрушит акции Apple в Нью-Йорке, сегодня на Уолл-стрит выходной. Зато котировки Apple во Франкфурте уже рухнули. Так вот, Стив Джобс уходит в отпуск по болезни, об этом он объявил сегодня. В течение нескольких лет он страдает от рака поджелудочной железы. Глава корпорации Apple отправил сотрудникам письмо, где сообщил, что постарается вернуться как можно быстрее. На время отсутствия Джобса заменит Тим Кук, операционный директор компании. За день бумаги Apple на франкфуртской фондовой бирже подешевели более чем на 15% до 242 евро. Я напомню, что в 2004 году у Джобса была обнаружена редкая форма рака, а в прошлом году он брал отпуск на полгода для операции по пересадке печени. Но теперь эксперты говорят о его возможном уходе из компании. Ну и, кстати, завтра уже Apple опубликует свой отчет за четвертый квартал 2010 года. Эксперты дают очень позитивные прогнозы о том, что прибыль компании в пересчете на акцию выросла до 5,5 долларов против 3,5 годом ранее, и в полтора раза увеличилась выручка. И последний, Airbus вновь обошел Boeing по заказам и поставкам. Французский авиапроизводитель остался крупнейшим в мире по объему выполненных заказов. За 12 месяцев европейский концерн продал 644 самолета, а Boeing 625. Восьмой год подряд Airbus лидирует по поставкам. В этом году заказчики получили 510 машин. Это исторический рекорд для фирмы. Теперь Airbus делает оптимистичные прогнозы на год следующий. Компания наймет еще 3000 сотрудников и надеется вновь увеличить объем поставок до 520-530 самолетов. Ну и в конце выпуска официальный курс валют от Банка России на вторник. Доллар стоит 30 рублей 5 копеек, евро 39,96. На этом у меня пока все. Увидимся в следующих выпусках.